повезло, нам не страшны враги. Девалята, вперед, друзья! Школа научит нас секретам, мы одна семья. Между добром и злом мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждет? Смотри, новой серии. Правила игры. Свободное время – два волшебных слова, которые наполняют нашу жизнь радостью. Хобби, досуг – что-нибудь, что помогает нам расслабиться и развеяться, отдохнуть и насладиться моментом. Ой, короче говоря, мы все пытаемся получать удовольствие так, как нам нравится, или так, как нам удается. Но иногда, когда кто-то веселится, другому в это время совсем не весело. И тогда мы думаем, а может все бросить и сменить игру? Или поменять правила игры в свою пользу? А ты уверен, что твои родители нам не помешают? Не волнуйся, я все устроил. Молодец, Эдвард! Ну, какие будем делать ставки? Ах да, иногда игра может принять опасный оборот. Чаще всего, когда игроки рискуют попасть в ловушку. Ну давай, пошли! Одну минутку! Вы только посмотрите на эти очки! Ты же не можешь их примерить, ты же ангел, забыла? А мне кажется, что в торговых центрах здорово просто гулять! Тут такие шмотки, смотрите! Смотрите! Давай поторопитесь, а то мы потеряем наших подопечных. Кокс, куда пошли Эндрю и Дженнифер? Вон они идут в кино. Мне кажется, между ними возникла симпатия. Симпатия. Меня от этого тошнит. Что ты здесь делаешь? Отгадай. Мы приглядываем за Эндрю и Дженнифер так же, как и вы. Ангелы охраняют, а демоны запутывают. Ты что, забыла? Как я могла забыть, что ты вечно мне мешаешь? А ты ей нравишься. Хватит. Да, прекрати. Противная, противная. Ты, сладкая карамелька. Сладкая, меня зовут Сладкая. А я что сказала? Скажи-ка нам, Сахарок. Раф и Сульфу смотрят за Эндрю, мы с Ури за Дженнифер. А где твой подопечный? Ну, вообще-то, Эдвард. Не твое дело. Конечно, Кабали о нем позаботится. Я уверен, пока ваша подружка ходит по магазинам, она готовится хорошенько проучить Эдварда. У тебя дела идут, неважно. Мне просто не везет. Называй это как хочешь, но мы покажем тебе простофиля. Четыре короля. Эдвард может проиграть, если только не... Носферату. Разберись. Я знаю, что я не должна вмешиваться, но ведь правила существуют для того, чтобы их нарушать, не так ли? Давай, я приказываю. Ну что, Чарльз, что ты ставишь? Я ставлю все. Я пас. Я пас. Я тоже. А я играю. Четыре короля. Не так быстро. Посмотри на себя, не ожидал такого, а? Что случилось? Что случилось? Что? Ты опоздала, сладенькая? Знаешь, ты, конечно, одеваешься как последний ботаник, но играешь ты круто. Купи себе что-нибудь новое на выигранные деньги. Боже, что ты натворила? Ничего такого, это всего лишь невинная игра в покер с друзьями. Не беспокойся. Правда, старик, ты одеваешься, как мой дедушка. Пока!
Игра закончена. Я знаю, но деньги, которые я проиграл, они были не мои, а моего отца. У него последнее время были проблемы на работе, и я подумал, если выиграю немного денег, то смогу ему помочь. И я взял деньги из его ящика. Когда он обнаружит пропажу, я не знаю, что мы будем делать. Может, ты их вернешь? Отдать тебе их обратно? Раньше надо было думать. Хорошо сказано. Ты вмешалась в игру, это твоя вина. Как раз наоборот, моя заслуга. А где же ты была? Ты должен понять, я устроил эту игру, потому что мне не хватало $300, чтобы купить скутер. Понятно. Послушай, дай мне немного времени подумать. У Эдварда доброе сердце, вот увидишь, он вернет деньги. Ты так думаешь? Хочешь, поспорим? Увидимся в комнате состязаний. Хочешь поиграть? Давай поиграем. По каким правилам мы состязаемся? А кто говорил про правила? Просто попробуй меня догнать. Невидимые крылья! Ключи, замок, оковы. Заперли меня в лимбо моей тюрьме. Закованная в цепи, я забыта! Ты здесь, я тебя чую! Тогда найди меня, двойные крылья! А? Правила, кодексы решают, что правильно, а что нет. Но на каждом шагу поджидает ловушка, чтобы поймать святого и повешенного. Как дела? Ты запуталась? Может, принести тебе инструкцию? Сейчас я тебе покажу инструкцию. Нашла! И что? Состязание не может просто так закончиться. Кто сказал? Здесь же нет никаких правил. Хорошо, ты первая поможешь Эдварду. Только если не опоздаешь в этот раз. Вета, любовь, ненависть. Силы, которые дали мне силы. Теперь я могу взойти на подиум. Скипетр, мой освобожденный трон. Ключ, чтобы подчинить их сердца и отомстить, чтобы утолить жажду. Тебе правда нравится этот скутер? Ты ведь купишь его любой ценой. Но в этот раз тебе придется дорого за него заплатить. Отличное место! Бабочка, запускай превращение! А? Да, мне повезло. Извини, пожалуйста, я чинила молнию тысячи, и отвертка просто вылетела у меня из рук. Ты механик? Ну да, я девушка, и я механик. От этих скутеров столько проблем. Правда? Ну, это классный скутер, конечно, но... А понимаешь, каким бы классным он ни был, он прежде всего механизм. Раньше или позже он сломается, и кому-то придется его чинить. С другой стороны, люди тоже бывают неправы, но позже они могут понять это и сами исправить свои ошибки. Ты понимаешь? Я не думал, что механики так разговаривают. А как они, по-твоему, разговаривают? Они не несут чепухи. Не слушай ее, этот скутер выше класс. Ты не можешь вмешиваться, сейчас моя очередь. Вы знакомы? Да, увы. Она отвертку в руках держать не умеет. Небось, чуть тебя не убила. Ты нарушаешь вето. Запрещено обнаруживать себя, дотрагиваться до людей и вмешиваться. Сейчас моя очередь. О чем это она? Что я тебе говорила? Давай садись, прокатимся на скутере. С ветерком. Подожди!
Вау, спасибо, что прокатила. Раньше я сомневался, но ты меня переубедила. Я куплю этот скутер. Эдвард принял неправильное решение. Решение, которое приведет к грустным последствиям для Чарли и его семьи. Простите, это я виновата. Ты правильно поступила. Ты сражалась по правилам. Но я проиграла, а Кабалис нарушила вето и выиграла. И что? Ты хочешь сказать, что мы тоже должны нарушать вето? Слишком просто. Нет, просто иногда это так тяжело. Это верно. Наш путь часто непрост. Наши противники обманывают нас, дурачат. Им нельзя доверять, и на них нельзя положиться. И ты такой же, Сульфус. И мы должны стараться изо всех сил, чтобы направить наших подопечных на путь истинный. И это наша задача. Мы охраняем сердца и законы Вселенной. И мы должны защищать творение от любых опасностей. Моя госпожа, вот платок избранной перчатки демона, слитый воедино. Магический ритуал прошел успешно. Ты знаешь, что должен делать, Малаке. Да, госпожа, я знаю.